Общественники региона просят личной встречи с главой Центра избиркома Эллой Памфиловой, чтобы рассказать о ходе избирательной кампании в регионе. Письмо с обращением направлено также омбудсмену страны, в Общественную палату и Совет по развитию гражданского общества и правам человека. В ответ на распространяемые в соцсетях потоки клеветы в адрес руководства региона. Самарские коллеги выступают против откровенных нападок на региональную власть. Когда мы наблюдаем, что по множеству каналов, в том числе федеральных, в том числе очень дорогих, идет критика одного человека, когда его цитируют многократно и, так сказать, я бы сказал, в таком некорректном тоне, то, конечно, это говорит о том, что это организованная кампания. Кампания организована против губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина. В данном случае вот период избирательной кампании использован для того, чтобы определенные силы, которые стоят за организацией этой, вот, будем говорить, это даже не критика, я бы сказал, своего рода травля, значит, пытаются решить какие-то другие свои проблемы. Слепой только может не увидеть, что позитивные изменения есть и на селе, и в городах. Есть серьезные проблемы, которые в одночасье не решить. Но есть программы на будущее, которые и правительство, и губернатор сегодня лоббируют в федеральных структурах. И вместо того, чтобы поддержать сегодня исполнительную власть и поддержать губернатора, мы в адрес с него получаем оголтелую критику. Давая оценку такую оскорбительную сегодня всему процессу выборной кампании, мы в конечном итоге оскорбляем и наше население Самарской области, которое этого не заслуживает.